Свыше 11 тысяч жителей области переселят из ветхих и аварийных домов в ближайшие 3 года. Об этом на заседании правительства заявил глава Минстроя Алексей Гришин. Сейчас в регионе сносу подлежат 167 тысяч квадратных метров жилья. Его должны ликвидировать до конца 2015 года. На эти цели предусмотрено свыше 5 миллиардов рублей, почти 3,5 миллиарда средств областного бюджета. Более миллиарда выделит фонд содействия реформированию ЖКХ. Часть расходов покроют местные бюджеты. Расселять людей будут поэтапно. Программы и порядок уже утверждены. В приоритете города и районы, где уже установили общедомовые приборы учета. В 2013 году это городской округ Сызрани, городское поселение Петродубрава, муниципального района Волжский. С 2014 года во вторую программу включен также городской округ Самара, планирующий до конца текущего года установить недостающее количество приборов учета.